Сбор мусора на скорость. В Йошкар-Оле в предстоящее воскресенье состоятся пятые по счету чистые игры. Они пройдут в районе котлованов Сосновой Рощи. Правила состязания авторские. За определенное количество времени нужно не только собрать мусор, но и правильно его рассортировать. К зачету принимаются стекло, металл, пластик и батарейки. Причем последние два пункта самые ценные, потому что самые вредные для природы. Они дают максимальное количество баллов. На котловане в Сосновой Роще мы ждем всех желающих на командные соревнования по раздельному сбору мусора. Мероприятие само пройдет в течение 1,5-2 часов. Команды будут соревноваться по 4 человека в сборе мусора. То есть кто больше соберет, лучшие 3 команды получат призы. И все участники получат подарки. С детства моей мечтой было очищать и украшать мир и сделать что-то полезное в этой жизни для людей, для природы, для мира. «Чистые игры» – проект всероссийский. Существует с 2011 года. За это время более 14 тысяч человек из 62 городов собрали и отправили на переработку более 300 тонн вторсырья. В этом году свою лепту внесли и йошкар-олинцы. В течение 4 экологических акций уже убран участок в 9-м микрорайоне на улице Соловьева, в Дубовой роще и Новотроицком карьере. Отмечу, что эта экологическая акция пройдет при поддержке администрации Йошкар-Олы. Пакеты и перчатки всем участникам предоставляют бесплатно. Сбор всех желающих сделать этот мир чище в 11:00 в Сосновой Роще.